радостный и немного грустный день в жизни каждого школьника. За спиной 11 лет полных воспоминаний, побед и поражений. Эти годы, они были посвящены тому, чтобы стать на крыло. А сегодняшний день говорит: пора. Пора взрослеть. Пора начать отвечать за свои поступки. Пора благодарить. Выпускной – это завершение учебного марафона с уроками и переменами, с домашними заданиями и экзаменами. 77 выпускников 22-й гимназии подвели итоги школьной жизни. 20 из них – золотые медалисты. Тот, кто получает золотую медаль, тот, кто получает в ВУЗе красный диплом, тот, кто по жизни идет всегда лидером и за собой ведет. Это люди, которые создают свет. В их числе и Мария Красноперова. Девушка с легкостью сдала ЕГЭ. Теперь в ее планах поступить в московский вуз и стать химиком-биологом. Так долго к этому шли, так готовились, сдавали ЕГЭ, и уже все, можно отдохнуть, расслабиться. В этот день радуются не только ученики, но и их родители, которые на протяжении 11 лет шли рука об руку со своим ребенком. Ругали за двойки, хвалили за пятерки, отпрашивали с уроков и даже в ночь перед экзаменами писали шпаргалки. Очень трогательное чувство. Одним словом сложно сказать. Мы учились в самой лучшей, самой прекрасной гимназии 22-й. Мы будем всегда рядом с вами, мы переживаем за вас. Еще раз спасибо большое учителям, спасибо большое родителям. Дорогие ребята, идите вперед, делайте, будьте активными, не бойтесь ошибаться. Школьная пора позади, а впереди поступление в вузы, студенчество и такая интересная самостоятельная жизнь. Я счастлив. Я наконец закончил эту прекрасную школу и готов ворваться со всеми силами в взрослую жизнь. Алена Хлудеева, Николай Русанов, Белгород Медиа.